Всем привет! Ну что, реноватор, блядь, не помог. Так как? Вот реноватором, который делал. Ну, блядь, туда попасть, ну, нереально вот это, блядь. То, что реноватором порезал, то нереально, короче. Вообще нереально как попасть. Так, еще у меня, блядь, пилить, если говорю, то этому уже пиздец. Поршневая, короче. Ну, не прям еще пиздец. Поршневая штиля умирает. Еле-еле уже. Ну, еще можно перелезть дрова. Ну, потом что-то вспомнил я про электропилу свою. Чемпионовскую, 2-киловаттник. Ну, когда раньше пилил, да, тяжковато было что-то. Весу, что ли, не хватало, блядь. Что, с позапрошлого года уже перестаем пилить. 28, где-то 29 килограмм добавил. И сегодня вытащил его. И просто огненно. Режет. Даже тупо цепочка еще. Давишь там килограмм на 50. На... Охуярь. Зато дешевая пила, да, 6 тысяч рублей. И вон, блядь, только режь. Ну, сейчас, может, дороже. Сейчас, вот она после электропилы. Ну, электропилы. Цепочку один раз точил. Он сейчас на улице дождь идет, блядь. Дождь, это, блядь, ледяная дождь, так, блядь, занёс сюда. Весь во льду был, блядь, везде его капать начинает. Вот такая шлямба. 2 киловатта. Так охуячит. Ну, с этим, как там, этой штучкой, реноватором, заебись бочину резать. Чтобы корд вытаскивать и округлять, например. Ну, этот человек мне заказал, считай, 2 колеса забрал, 2 колеса, еще вот это 3 колеса, большим грудозацепом таким. Покрышка практически новая была, И-25, и ДП-284. Ну, и на классику хочешь ставить, но таким, блядь, шипами, где не за корень цепанёса, можно и загружен мост порвать классику, потому что у меня классика будет. Бескамерка, слоёво ставим 5, потому что, считай, кама. А резина что-то особо не нравится. Друг, да, слои не пойдет. Пусть лишь одна, это будет. Один слой запасной. Это вот так. Ну, что осталось от него? Проволока. Клыки. Вот так вот и получается. Обдирал целый день, потому что гараж. С гаража в гараж бегал. То на улице, то в гараж, то себе гараж. Целый день получается это обдирать. Время уже почти 8. Только недавно закончил. Вот так вот получается.